Что с вами здесь произошло? Вся материя, по сути, это энергия. Просто в нашем мире она представлена более низкими, элементарными формами. Точно так же и себя вы вполне можете рассматривать как чисто энергетических существ. По большому счету, такой вещи, как материя, не существует. Это всего лишь искусственное понятие, изобретенное для того, чтобы понятнее и яснее отразить то, из чего скомпонован физический мир, который опять же, по сути, есть мир энергетический. Смерть очень многих держит в страхе. Тем не менее, это великая иллюзия, не спровергающая саму себя. Это то, о чем мало говорят, но много думают. С ее приходом вновь воцаряется жизнь, которая по своим масштабам и размаху далеко превосходит все то, что есть на этой планете. Люди боятся признать, что Библию на протяжении веков переписывали много раз. Истину слишком долго держали в тайне. И теперь самая пора извлечь ее оттуда и возвестить миру. Что вы хотите этим сказать? Всем привет, сейчас. Друзья. Вот я возле усадьбы. Заяц. Не успел зайти. Либо здесь кто-то есть. Хотя я шел, света не видел. Фонариков ничего. Интенсивно бьет. Там голоса чьи-то или что? Кто здесь? Кто здесь? Друзья, вот сейчас, когда я был в коридоре, здесь будто бы кто-то пробежал и смех. И главное, что то, что детский смех был. Сейчас я эту камеру поставлю здесь, а сам похожу в темноте со вспышкой. Ну,
Нужно еще попробовать. Фу, блин. Это листья вообще. И нужно еще будет попробовать ЭГФ. Сейчас камеру установлю и достану другой аппарат. Так, все, друзья, установил камеру. Сейчас попробую походить со вспышкой. Видите эту фотографию? Я ее вставлю на монтаже. Будто бы чье-то лицо. Странно, дверь как бы приоткрытая, но на нее упор. Будто бы кто-то с той стороны ее держит. Ладно. Пусть будет так. Сейчас, друзья, попробую провести сеанс ЭГФ. Вот, кстати, крик я слышал там наверху. Не крик, и даже непонятно, что то ли смех, то ли крик. Сейчас я вот как раз таки там и проведу. Эта сущность, я так понимаю, пытается меня напугать. Поэтому сейчас так подперла дверь. А, стул. Я слышу, что что-то по полу катилось. Интересно, почему она меня тут подперла. Сейчас попытаюсь выяснить. Сейчас включу ЭГФ, проведу сеанс ЭГФ.
Что-нибудь что есть из мира духов, друзья, на самом деле? Выключусь. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Что-то он тихо работает. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Спину пихнул. Реально такое ощущение, как будто охренеть. Где этот свет? О. Это очень... Сейчас, друзья, отключу эту камеру. Тут такое ощущение, будто бы кто-то бегает.
Понимаю, сейчас стулья двигать. Это я стоял там. Ну там реально были шаги сейчас. Шаги вот эти двери вот. Да сейчас снова попробую CDF. Сейчас я включу здесь EGF и буду фоткать на вспышку.